Всех приветствуем в Центре современного искусства «Ауру». Сейчас весна, май месяц, и мы решили рисовать голландское многоцветие. Вот купили сегодня 7 видов голландских цветов, и постараемся из них сделать некий орнамент. У нас сегодня квадратный холст 60 на 60, а мы сделаем круг в квадрате. Продолжим изучение орнамента, только уже списывание его с натуральных растений, с натуральных позирующих цветов, которые вот только приехали из Голландии, и как бы даже и не верится, как это так, такие нежные растения можно сохранить и привести в таком первозданном виде.